Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сегодня я покажу, как настроить уведомления в приложении Google Фото. Итак, мы открываем Google Фото, нажимаем на значок аккаунта и выбираем настройки Google Фото. Здесь мы выбираем уведомления. И теперь, здесь мы можем включить уведомление предложения поделиться фото. Например, если у нас появляются какие-то фотографии, которыми мы хотим поделиться с друзьями. Здесь мы можем включить уведомления на промо-акции на фотокниги, черновики для печати и печатаем для вас. Дальше. Мы можем включить уведомления для воспоминаний предыдущих годов, также для тематических воспоминаний, когда они у нас появляются, и креативы, то есть когда появляются новые объекты, которые автоматически были созданы. Далее мы можем включить здесь рекомендуемый поворот, то есть получать рекомендации по исправлению неправильно повернутых фото и фотографии для архива, получать рекомендации, какие снимки можно отправить в архив. Также можем перейти уведомления на устройстве, нас перекинет в системные настройки, и здесь мы уже можем настроить уведомления. Вот, разрешение к фотографиям, обновление контента, ну и уведомления также. Обязательно, если вы хотите получать уведомления, нужно включить вот здесь вот допуск уведомлений, потому что если вы отключите, то никакие уведомления приходить сюда не будут. Вот, и здесь можно уже настроить неотложные уведомления, звуки, наклейки, стиль баннеров и все в этом роде. На этом все. Спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.